что, с Амигос, ну что, где-то здесь я в конце прошлой серии стартовал на Луну, пробив, собственно, потолок, он же пол моих соседей сверху. Так, надо как-то, бля, разруливать эту ситуацию, что-то здесь, что-то тут неправильно. Что-то тут слишком уж они их понаставили, этих уродов наплодили. Не пройти, не проехать, не пробежать, не промчаться, сука. Главное, что даже у магички, которая внизу стоит, чтобы ее быстро не слили, стоит охранник. Какая нахуй раздутая голова. Че? А, вон душонка моя. Барахлишко мое лежит. Подожди, Че за лут такой волшебный? Голова. Не в ключах же она, не в заклинаниях. Голова жителя Лачилия, чья человечность вышла из-под контроля, когда я поглотила тьма Мануса отца бездны. Раздувшаяся голова треснула, и в трещинах проглядываются крошечные красные глаза. Никто в здравом уме не станет надевать эту голову твердую снаружи и склизкую внутри. А чё такого? 17 брони, между прочим, дает при таком-то весе. Это ж лучше, чем... Лучше, чем моя шляпа даже. Только у меня такое подозрение, что если ее одену, то она меня либо отравит, либо сразу, сука, убьет. Не доверяю что-то этой шляпе. Там же есть в этой игре такие приколы, такие... типа, если там сделать себе драконью голову, шлем не налезет. А, есть шлем, короче, в виде сундука, в виде мимика. Он тоже что-то какие-то дизейблы дает, но я не помню, что именно. Но лучше его не одевать. Я думаю, что это из той же серии. Шмот, который лучше не юзать. От Юдашкина, то есть. Так, сука, продолжаю укладывать их стройными рядами. Бля, вы, сука, люди. Липучки, блядь. Так, как бы к ней, сука, спрыгнуть? Немножко не туда, а так все норм. Узбагойся, поцик. Так, что, ситуация разрулена. О, голова колдуна раздутая. Что-то их головы прям посыпались. Прям посыпались. Нахрен не нужны, а падают. Это что такое? Это не про эту мне дверь говорили? Какая-то дверь тут фонарями открывается. Вроде там в башне, где я был. Но я-то, у меня туда не пойду. Написали, что там какое-то супер кольцо, но мне нахрен кольца уже никакие не нужны. Мне хватит тех, что у меня есть до конца игры, я уверен. Вот, а идти туда второй раз впадлу. Реально впадлу. Так что перебьюсь как-нибудь без колец. Мне по этой локации не очень нравится ходить. Это слабо сказать, не очень. Мне вообще не нравится здесь ходить. Все какое-то убогое и опасное. О. Бля, это... Махать этой жлыгой реально поднадоело. А тут есть этот сосуд душ, который скиллы обнуляет, чтобы, если что, перекачаться в ловкаря. Взять меч Квилек из души огненной и всем жопу порвать. И что-то я не понял, и нахер мне сюда. Идти. Вот это похоже на дверь. Ага. Ну и как, блядь, я должен был догадаться, типа, самостоятельно. До такой наёбки. Ага. Обломок красного титанита? Да не может быть.
фуфлагонево полное. Нахер мне осколок вашего красного титанита. Дайте что-нибудь путевое. Мне кольцо обещали. Ах, ну и в жопу. А красный титанит, он нужен вроде как для того, чтобы оружие огнем, да, делать? Зачаровывать. Это магичка там наверху тупит стоит. Туман тьмы, батюшки. Теснина впереди. Так, хорошо. Костра нет, ничего нет. Пойдем дальше. Я слышу, что они где-то ржут. О, а как забрать? Лут со ступенек. Именем закона открывайся. Что за хуйня? А. Понятно, что она не открылась. Душа героя. Ништяк. Так, душа героя. Магичка стоит, тупит, понятно. А что это у нее там за лесенка? К ней спуститься откуда-то можно, что ли? Ну, искать я не пойду, опять же, впадлу. Меня убивает сам процесс поиска, блядь, куда пойти, куда не пойти. Ага, а вот и лифт наверх. Срезалово, значит, да? Сейчас потолок расплющит. Welcome to Dark Souls, bitch. Ну это хорошо. Можно души потратить на что-нибудь. На что-нибудь нахуй ненужное. Где этот костер-то? Вот. Так, чё тут? На что кидануть-то очечий? О, на здоровице. Правильно, здоровье. В печень особенно предлагаю вбиться. Какой это максимальный уровень? 99 вроде. В первой части нету бесконечной прокачки. Как я опасно приблизился к потолку возможности уже. О, сука, они встали. А ну-ка, бля, попробуем. Чтобы они сверху упали и сдохли. Но. Надо за ними лифт послать. Не хотят они что-то падать. Главная кнопка вызова. Почему не работает-то? Так, я отсюда пришел, да? Это какая-то, сука, каменная заброшенная хренотень. Она, если мы в прошлое, да, переместились, и она такая убогая, чё ж там, блядь, с ней в настоящем время-то? Да заебали они, блядь, эти, сука, чупакабры ебаные, блядь. Сука, понаставили. Ну, пизданутый, бля, разработчик. Заебал, честно, нахуй уже. Ты хуйни в меня, блядь. Пиздец, как интересно, блядь. Куча мобов, попробуй победить. Охуенно, блядь. Пиздатая DLC-шка, блядь. Безумно, безумно нравится, бля. Просто пиздец, какая охуенная. Говнище, блядь. Сука. Блядь, на всю DLC-шку два вида мобов. То какие-то, нахуй, садовники, блядь. То какие-то, нахуй, бомжи, блядь, с говном на голове. И пачками, блядь, и пачками их побольше, чтоб было. Их же так пиздато убивать, так прикольно, всем понравится. Давай побольше, давай, конечно, блядь. По 200 штук на квадратный метр. Это ж, блядь, это классно вообще. Dark Souls же мободрочка, блядь, ссаная. А никакая там не это. Не игра про убивание боссов. Всем же нравится охуенно обычных мобов фармить. Это ж, блядь, такая развлекуха. О, блядь, еще и засада, отлично. Она еще и самонаводящаяся, правильно, пусть будет, блядь. Она еще и подошла, аж не терпелась, не дождаться, пока до нее очередь дойдет. Дай, говорит, думаю, подойду, блядь. Охуенно вообще. Пиздец, блядь.
блядь, такая, сука, говенная хуйня, блядь. О, я просто, блядь, в ахуе. Это, блядь, моб-симулятор PvP настоящий, блядь. У меня, нахуй, появилась новая безумная идея. Я сейчас просто рашну, нахуй, и все, и не буду, блядь, там ни с кем драться. В пизду, блядь, такое говнище, блядь, ебать. Я-то думал, во второй части DLC говенные, нахуй, вот, вот она, чемпион, чемпионка по говну, блядь. DLC-шка про Арториаса, блядь, обосранного. Да-да-да, да-да-да, конечно, тут, блядь, рашнешь, нахуй, да. Чё они, блядь, зря, что ли, нахуй, своих пидорасов тут расставляли, блядь, по 50 человек на квадратный метр, чтоб ты тут рашил? Да, бля, разбежался, нахуй. Фарми, кайфуй, наслаждайся, это же, блядь, охуенно. Наверное, этого и хотел в пизду эти шмотки уебанские, блядь, говна кусок, нахуй. Только дохнуть, блядь, них. Дерьмо ебаное вообще ни от чего не защищает, нахуй не нужно. Пиздец, блядь. Одна магия, нахуй, все жизни съебашила, блядь. Нахуй здесь боссы нужны, если вон можно 50 магов поставить в коридоре в узком, бля, и пусть они ебашат, блядь, залпами. Вот красота, блядь, вот Dark Souls, хуй. Причем через щит, который от магии, блядь, защиту дает там какую-то. Сколько, блядь, щит от магии, да? Да куда ты, нахуй? Магия, 80% защиты, блядь, да. Да, ну и видно, блядь. Чё за нахуй ты мне, блядь, лифта вызвал, дурак ёбаный. О, нормально. Вообще классно. Классика, блядь. Классика, ебо классика, блядь. Охуительно вообще. Джойстик, клава, тут похуй. Игра так заточена, что ибо нехуй. Блядь, пиздец, в натуре. Бля, как она меня бесит, этот DLC. Я ебу. Просто, сука, они же их еще за деньги продают, блядь. Вот не стыдно, сука, такое говно за деньги людям впаривать. Что во второй части говно, что в этой части говнище, блядь. Ну серьезно, кому-то что, эти DLC-шки нравятся, что ли? Ну полное говнище, блядь, по сравнению с нормальными локациями из прохождения. Это полное, блядь, вообще наиполнейшее, блядь, дерьмо, нахуй, тупое, блядь, до кучи. Половина, блядь, локации повторилась, нахуй, этот лес ебаный с новыми мобами. Половина новая, блядь, с тупорылыми уёбками, блядь. Подозрительно похоже на DLC-шку из второй части, блядь, про, на эту ебучую пирамиду, блядь, которая нихуя не интересна. Пошли нахуй отсюда, обезьяны, блядь. Блядь, начинается на нахуй, всю выносливость щита, блядь. Правильно, я считаю, так и надо. Человечность дали, ну ты посмотри, блядь. Вот это по-человечи. Пытрич, пытрич, блядь. На, моя, блядь, крестьянская магия, сука. О, 64 урона, охуенно. Ой, сука, сложнее, чем босс, блядь, первый. Блять, нахуй Арштейн и Шмоук, вот, блять, вот мои новые кумиры. Орни и Смоги, дубль второй. Не добросил, да? Давай метательным ножом попробуем ее ёбнуть. Блять, как я сейчас не сдох, сука, не знаю. О-о-о-о-о. Нет! Над тобой мои власти, забулдон. Вот что мне надо, ёптать. Оп, 12 дэмэджа. Блять, опять я чуть не сдох. Я не знаю, блядь, просто ебануться, блядь, сука, к ним не подойти, нахуй. Да, конечно, бля, хуй добросишь, блядь, бомба-то, наверное, килограмм 50 весит, блядь. Наконец-то одна сдохнуть соизволила, блядь.
умри, шаболда вонючая. И, наверное, за ними сейчас какой-нибудь, блядь, босс охуенный, да, которого вообще не убить, блядь, чтобы ты с самого начала потом сюда снова бегал, кайфовал, блядь. Да? Правильно? Никакого костра. Чё-то мне не нравится, что здесь эти безголовые статуи стоят. О, это чё за хуй бежит? Это чё за нахер? Моб, блядь, из Линейджа нахер. В Dragon Valley такие стояли, ёптать. В которых к яйцам гиря привязана, а в руках, в зубах... А в зубах такая хуйня, типа топор на цепочке. Я твою маму делал, блядь, вот этой хуйней, блядь, так же пиздярил, блядь. Ох, ей понравилось, блядь. Естественно, что на обратной дороге я немножечко сдох. Куда без этого-то, блядь, вот охуенный DLC-шки. На этом, на моем любимом моменте, убей меня еще 50 раз. Я хочу здесь бегать и бегать, чтобы мобы спаунились и спаунились. Блядь, это ж волшебно вообще. Это бесценно. Что-то, блядь, реально говно с ногами. Это не тебя, не от тебя я там в Соме бегал, а, чувак? Блядь, это пиздец. Чё там насчет бомб? А, нихуя. Бомбы говно, вот чё насчет бомб. На тебе, блядь. Метательный кинжаль. Ёб твою мать, как он сейчас меня не убил, а? Еще и главное, он крутится, и она, у него как будто цепочка вытягивается и, блядь, достает туда, куда не должна была, типа, достать. Ах. Да, блядь, наверняка он еще и спаунится. Дождите-ка. Типа, здесь нигде нет секретной двери, да? Ничего здесь не открывается, нигде вообще ничего. О, что-то свет какой-то здесь. О, наверное, вот это секретное, нет? Какие-то черный пепел как будто летает здесь повсюду. Может, на статуи по жопе дать? Чтоб что-то открылось, нет? Хуй мне какая-то. А это что еще такое? Ёб твою мать. Напугал придурок, блядь. Костерчик. Или мне кажется. Не видно, что в тюрьме даже с фонарем. Но кто-то вырвался из этих клеток, однозначно. Похуй. Зажигаем. А это что такое? Опять пещера темная, как жопа. Да. Круто. О, что это такое там? Ущелье бездны. Сука, стой, убью, блядь. На нахер, по башке. Странно, он бежит, бежит, и потом останавливается. Ой, блядь, сколько их там, ёб твою мать. Блядь, заебал этот моб уже, ёбнутый, бля, вообще. Скажите, что это колдуньи еще стоят там. Но вперемешку однозначно, там, наверное, и те, и эти, блядь. Не может быть, чтобы они только таких понаставили. Слишком лафа. Блять, хуяк. Хуяк. За мной, пацаны. Пусть думают, что мы спортсмены. Сейчас отойдем от этой вашей, блядь, шлюхи магической. Я вам напиздрячу, блядь.
А? Чё, как? Нормально? Уродцы, блядь. Теперь где эта падла ваша последняя? А, это огоньки-то лут светится, что ли? А, смешно, блядь. А теперь чё? Ржака? Шар тьмы. Это то, чем в меня пуляет. Я уже столько шаров тьмы насобирал своей жопой, что, блядь. Еще один мне нахрен не нужен. Я смотрю, тут босс этот... Крестный отец тьмы. И магия вся. Тьма, тьма. Это же Заря Алачили говорила, что у нас там какие-то заклинания не такие, как у вас, блядь. Одна тьма, сука, ваше заклинание. Никакого созидания. Неудивительно, что вы сдохли. Это что за ёб твою мать еще? И лут. Чё такое, блядь? Похоже на человечности. У меня фонарь. Отошли от меня, твари. Блять, и что с ними драться, что ли? Там вон радужные камешки впереди лежат. Бей удар с налета. Кого удар с налета-то, блять? Фантомасов этих, что ли, нахуй они меня обосрались? А, смотри-ка, в натуре. Это мобы. Ебать их там. И мелкие, что ли, тоже? Что-то я очкую, бля, я таких еще не видел. И хоть оружие... А, ну если стрелы их поражают, значит и оружие должно. А, да они лоховские вообще. И душ-то за них дают какую-то хуйню, 10 душ. Опа. А что это? Дамажнуло сейчас что-то. Мне кажется, тут бы помогло кольцо злого глаза. Если бы мне дали время его одеть. Я их тут фармлю тысячами, наверное. Маму ебал. Блять, заебись вообще. Я ебу весь. Как они, блядь, догадались сделать мобов по колено, если, блядь, все удары оружием в этой игре, блядь, горизонтальные, нахуй. Он просто у них над головой помахал мечиком и заебись, блядь. Пиздец какой-то, блядь. Как меня заебало, нахуй, это дополнение. Тупорылое, блядь, говно, нахуй. Просто говнище, блядь. Полная хуйня. DLC, блядь, сложные боссы. Какие нахуй сложные боссы? Сложные мобы здесь, боссы-то говнище. Пошел нахер, щенок, блядь. Все, к тем не обязательно идти, пошли они нахуй. Мне в какое-нибудь кольцо защиты от магии тьмы купить, я не знаю. Тут, походу, все магии тьмы ебашить будут, блядь, до самой пенсии. Суки, ну давай нахуй. О, как я умею, блядь. Походу, что малыши, что крупнота, блядь, одинаково дамажит, да? А, они проходят сквозь меня, и я за это дамаг огребаю? Гуманно, блядь. Шел нахер от меня. Сука, может тут бежать надо было по-рыхлому, а? Я заметил, что мне урон в основном мелкий наносит. Блять, я их бью и сам, сука, получаю урон от этого. О, человечность с них фармится, нихуя себе.
Отошел от меня, пидорас. Что-то там какая-то особо жирная человечность. Сука, пинка, блядь. Если ногой дотронулся, то ничего, да? О, черное пламя, офигенно. Наверное. Ну где, чё человечность-то падать перестала? Ёб твою мать. Вот это что-то стрёмное какое-то. А, хули они такие здоровые-то. Слышишь, бля, дружище, давай-ка нахуй, сгори уже. В горниле войны. Блять. О, да. За здоровых аж 20 дают, да. Сука, если я на вас фонарем буду светить. Блять, ну скажем, мы тебя при свете, значит, трахнем, делов-то. Свети, ёптать. Ой, блядь, да, сука. Фантазия, бля, у разработчика, ёп твою мать. Куда идти-то, ёптать? Я вообще нихера не в дупле. Сука, сзади подкралась чья-то пидорская душонка, бля. Щедушная. Да, блядь. Вляпался, сука. О, а это чё? О, лифтяра, нифига, куда везет? Мяу, нихуя скорость. Слышишь, мы чё там, к Иисусу едем, что ли? Идей-то я. Что это такое? Не понял. Охереть можно. Да, блядь. А, стопы, так надо костер туда. Разминировать. Где он тут? А, какой тут на... Ой, блядь, какой нахуй костер? Тут до костра, как до Китая, блядь, на голой жопе скакать нахуй. На булках, бля. Давай, вези меня отсюда нахер. Да вы глядишь, а лифт из-под жопы уедет просто. А чё это они, я не понял. Я ж у костра не сидел, чё они зареспаунились-то? Или вам чё, похуй? Когда спаунится, да? Тогда понятно, почему за них ничего не дают. Тут была бы мега фармовая локация. И день, и ночь, плутаем мы. Да. Так, блядь, а мне-то куда, ёб твою мать? Сомневаюсь, что вниз. Чё-то подозрительно, блядь. Пойдем сюда. Может, надо как-то камешки по цвету выбирать. О. О. Мадам. Пошла в жопу, тварюга. Человечность. Аки, человеч, ты посмотри. Может, если человеком быть, они не трогают? Тут активно так человечность мне подсовывают на этом, в этом месте. Горе впереди. Какое нахуй горе? О.
Еще один пригорюнился. Двойная, человек, как с босса, бля. Видать, важный какой-то чувак тут подох. Сзади, впереди. А. Дымина. Сзади, впереди, бля. Как ты можешь так писать? Нужно пленный. Хуй нахуй пленный. О. Да шел от меня, сука, спиногрыз. О, блядь, а вот его мамочка. Сок белого титанита. Давай очко себе его затитанить. Так, тут можно упасть, да? Что-то не хочется. Сука, я как представлю, сколько сюда идти. Ой, блядь. Костра, я так понимаю, тут нету, да? Во второй части разумно перед боссами поставили костры, какие-то спрятали, какие-то на виду. В этой части они так не сжалились. Душа героя. Это же, бля... Опять по мосту, где эти ведьмы сраные. Да ну нахер. Лучше уж через лес. На лифте, наверное. Это, блядь, назад пиздовать. А-а-а. Сука, пошел назад с этим ссаным фонариком. Подо мной какая-то хуйня исчезла. Я упал, а тут вон. Жирная мразота, на которую нельзя фонариком светить, походу. Она что-то растаяла. Офигеть, я булки сжал. О, что-то там. А-а-а. О. И что? Опять куча, блядь, народу. Шли нахуй от меня, твари, блядь. Сука, убью, ненавижу. Что это там впереди за херня? А, блядь. Да, сука. Что ж ты будешь делать-то? Уйди нахер, личинка сатаны, блядь. Это ж волк этот с мечом. Пошел нахуй. Грибали те, бля, чё? Мне нравится, чем секира пахнет, а? И чё он тут? В будущем и волк побольше, и меч побольше. И чё? С ним даже не переговорить. Не переговорить. О, большой щит искупления, нифига себе. И чё это было? Чё-то галюны какие-то, кошка исчезающая, волк исчезающий. Большой... Чего? Большой щит искупления. Большой меч канувшего в бездне Арториоса, рыцаря Гвина. Он большой меч. Да, так щит или меч, ёптать? Он был страшно напуган бездной и использовал это оружие, чтобы создать барьер для защиты своего товарища Сифа. Хотя это опустошило щит, его магическая защита не ослабела. И чё? Физическая. О, нифига. А, физическая только 80 всего лишь.
Он использовал щит, чтобы накастовать. А! А, вот в чем дело. Он, значит, пришел сюда со своим волчонком. В эту дырку, блядь. Почему-то он пролез сквозь, блядь, иллюзорную стену. Не знаю, как он сюда пробрался. Вот, на них, видать, напали эти говнотени. Арториас кастанул, короче, какой-то щит на волка и съебся. Поэтому, когда я с ним дрался там наверху, у него щита в руке не было. Потому что он щит оставил волку этому своему. И свали... Блять, Арториас такой крутой и съебался от каких-то вонючих теней, которые с одного удара убиваются. Ну и лох. А в будущем придется у могилы Арториаса. Кстати, интересно, почему у Арториаса могила... Я приду в будущем на его могилу забрать с него кольцо, которое почему-то сейчас с него не выпало. И там будет волк этот большой ждать. Интересно, а чё? Я волка спас, а он все равно на меня нападет, что ли? Говно какое-то. Чё, нихуя не понимаю. Да, я вам скажу, от ближайшего костра сюда бегать просто мертвого заебет. Да, бля, просто охереть, какое расстояние приходится пробегать еще. Часть в темноте. Я надеюсь, что с этим мобом получится как-нибудь уладить хотя бы раза с третьего. Манус, надо полагать, да? Или анус, ёптать. Ну так только эпичные мобы появляются. Хуякс. Бой закончен. Поражение, нет? О, он еще жив и светится. О, какой он здоровый. О. А, он еще и с сахой еще до кучи. И рогатый. О, ёб твою мать. А, ну не такой здоровый, как показалось. А, нихуя себе ебанул. Арена, я смотрю, просто ровненькая здесь такая. Ничего, блядь, не мешает улаживать вопросы с ее обитателем. Да? Манси, блядь. Отец бездны, ёптать. Сейчас бездной твоя жопа будет. Оу, или моя. Дай хильнуться! Спасибо. Да завязывай, педрила, блядь. Ну, сука. Ёб твою мать, ну как, блядь, ну, блядь, ну пока главный герой встает, нахуй, он уже замахивается, ну куда, блядь, ну как, нахуй, это можно так делать-то, ёбаный в рот, блядь. Интересно, а катсцены, в которой Манус защите хватает и утаскивает, чё? Надо каждый раз наслаждаться, что ли? Кстати, говорят, что Мануса можно не входя в туман убить как-то из лука. Там где-то в темноте его, короче, эти глаза должны быть видно, типа. Да. А, в первой части, видимо, сценки слишком хороши, чтобы показывать их только один раз. Вот раз 10, раз 20 ее посмотреть, это да. А Розанчик-то это что, ни к голове, ни к жопе. Борода какая. Да, виделись уже, ёптую. Давай, понеслась. Эй, Шнель! Пускай у него рука роится. Клубится тьмой. Ну, петух, блядь, давай. Ай, по копытам-то, а? А ему хвостяру нельзя отпедрюкать? Бля, во прыжок у него вообще. Ах ты, педрила. Ничего, он меня отбуцкал. Отбуцкал, блядь, как надо. Да ну заебанец ты, блядь, сука рваный, блядь. Хорошая новость, нашел как скипать заставочки. Там, да, действительно видно, короче, глаза этого демона. Но нужен как бы лук
Блять, он хвостом все-таки бьет, пидорас, ты посмотри. О. Там нужен лук, много стрел и кольцо ястреба, которое я не нашел, к сожалению. Да даже если бы и нашел, мне бы убийство его из лука не простили, наверное. Все ж так любят, когда у меня бомбит, блядь. Добра-то никто не желает. А, блядь. Что-то я рано от щита отказался. Изи, изи. Изи, мэн. Ай, щит со стабильностью, как чудо какое, а? А, педрила. А, личкуйся. Боже мой. Сука, я аж дар речи потерял. На какое-то время. Охренев просто от происходящего. Вот он, сука, месит, а, когда психует. Я также, сука, клавиатуру хотел замесить, когда, блядь, Орштейна со смогом. Что такое? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, это что-то новое. Ёб твою мать. О, блядь! А это что было? Сука, как я не сдох-то? Да. Ёбаная мразь, блядь. Сука, ёбаная. Сейчас покажу, как Мануса видно тем, кто не в курсах. Вон, видите? Вон. Красные точки, это глаза этого уебана. Жалко, нельзя отсюда прыгнуть с секирой, блядь, на перевес, как ёбнуть ему по башке. Просто я чисто из-за его магии буду его убивать очень долго. Потому что против магии я что-то вообще, блядь, таблетку нихуя не представляю себе. Сука, блядь. Хуя у него удар хвостом плавно переходит в удар рукой. Сука, сколько ж у него жизней, блядь? По-моему, у него, блядь, жизни, сука, как у древнего дракона, блядь. Овер до хера. О, блядь. Сука, я же нажал на кувырок-то, ёб твою мать. Чтоб ты сдох, сука. Прыгает, с него еще и, блядь, спадает от его. Цель, нахуй, сваливается. Блядь, так долго можно лечиться пытаться. Да пизду, блядь, иди. Ебанат, блядь. Сука, вообще, походу, Манус это идеальный босс. У него есть атаки дальние, атаки ближние, атаки средние, блядь, комбинация, хватание, бадание, прыжки, блядь, два типа магии. Все, что надо, чтобы порвать жопу, бля, кому угодно. Блядь, вот от этой хуйни, походу, лучше не упрыгивать, я так понял, да? Во-первых, это бесполезно. Но щит столько, блядь, у меня не выдержит, наверное, выносливости. Не хватит. Сука, падла. Говно, блядь, лешего, сука, а? Он похож на беса из Ведьмака. Да, Геральт бы ему пиздюлей быстрее вломил, наверное, чем мой, блядь. Ай, как я ему по сраке-то вломандосил. Вот когда он бьет своей волосатой рукой... Это всегда, сука, после этого он делает паузу охуенную, я заметил. Но, сука, он этой рукой бьет настолько редко, блядь.
Что надо как бы ему подать идею, что давай-ка ты почаще. Пидрила. Дважды пидрила Советского Союза. Трижды пиздюк Голландии, блять. Вот, сука. Награды, блять, как у Брежнева, сука, раздаю прям. Там чувак, блять, всю жизнь на эти награды работал, а тебе на шару, блять. Холявные. Партийные, сука, почетные награды. Говнюк, блять. Да, сука. Бабушкина клюшка, блять. Сука, дедушкина, блядь, простатит, блядь. Тихо, тихо. Eins, zwei. О, мимо, 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 блядь. Ну бей же его, сука, блядь. О. А. Три магии у него. Хорошо, блядь. Чё-то я... Что-то... Ебать, он непредсказуемый, как диарея, блядь. Попробуем щит с высокой стабильностью, но низкой физической защитой. Ну как низкой? 80. Артория со щитец-то. А, и при этом кольцо Кларанти. До свидания. А, по копытам-то, блять, а? Чё, сука, сейчас ты, блять, у меня попляшешь, попрыгаешь. Ах ты, пидорас-то такой. Мерзкий. О, нет. Ай, лох. Шаталити. Чё это он задумал? А, этот, сука, мы знаем, этот удар уже. А вот это что-то новое. А я думал, мы с тобой сойдемся грудь в грудь по-богатырски. А ты вон он чё? Ах ты... Проститут, блять. О, он дал мне полечиться, сука, ну это по-фраерски вообще. Заебал этот щит. Да, щит говнище, конечно. Не, сейчас понятно, у меня просто выносливость кончилась. Но щит все равно говнище. Да-да-да, как у меня жопа-то не треснула с такой. Он косплеит лягушку, блядь, из этого, из, сука, из Ведьмака, походу. Он понял, что у меня с жабами какие-то, блядь, проблемы постоянно. Ну, давай. А, по сракушке-то. Блядь, вот это я лоханулся, конечно. А давай-ка мы ручонкой твоей... О! Ручонка, отлично. Да, еще ручонка, а? Не так, ёб твою мать. Ну так тоже пойдет, на по яйцам. У тебя яиц-то нету, ты, блядь, чё за нахрен? Петушок-то без яичек-то. Ой. Опа, блядь. Опа. Понеслась. Так, прыжок. Опа, на, по лапе прям. О, а его, смотри-ка, ему не нравится, когда его по лапе-то пиздят. Ну, не мудрено, конечно. Но странно. Ай-яй-яй, отколбасил, блядь. Апперкотище. От Мануса. Короля Ануса, блядь. Сука. Сука, блядь, как пробил. Вообще не врубаюсь. Давай лапой. О, тоже нихуёво, молодец. Устраивает, меня устраивает. Не, конечно, я что-то... О, блядь, а это что такое? Ох, нихуя себе. И чё, как от этого спасаться? Интересно, гражданин Манус, блядь, а? Те же должны были какую-нибудь хуйню-то придумать, чтобы, блядь... Избежать неизбежного-то, ёпта. Да пошёл нахер, а? О! Или
Возвращаемся. Надо костерчик, походу, разжигать, чтобы... чтобы у меня эстусов с собой побольше было. Здесь много хилок. Шанс выиграть. По лапе-то, а? По подлой лапе. Подлая лапа Мануса, сука, волосатая, как у чиновника, блядь. А чё делать? А. Рядом они... рядом с ним они не достают. Блядь. Чувствуешь, пиздюлями запахло? Я так чувствую. Вопрос, кто получит. Нет, 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 нахуй пойди. Блять, не достал, обломно. Досада ебаная. Ой, нет. Блять, хуй угадаешь, что он кастует, да? Я правильно понимаю, что вообще невозможно определить? Все, последнее. Щит неправильный взял я. Неправильный щит, это полный щит. Сука, второй раз не успел тебя уебать. Блять. А здесь надо было цель отпустить и напедрючить. А может, щит и правильный, хуй поймешь. Не, у меня там лучший щит есть. Тоже со стабильностью, знаете ли. Вау, хуя хук. Хумгом слева, хумгом справа, блять. Ай, ты ёбаный ты, блядь, рогатый сучий пень, блядь, а. Ну, сейчас ты пизды получишь, подожди. Херово, что на мой топор молния-то, сука, не наносится. Падла. Кстати, есть легенда, что Манус это тот вот вначале карлик, про которого легко забыть. Ну, в заставке про него, типа, говорится, что это он нашел последнюю темную душу. Ну, как сказать, последнюю просто темную душу. И стал вот таким, блядь, козлом. Источающим бездну. Опа. Хуй-то там, блядь. Как я сейчас щит успел поставить? Блядь. Ой, как он не попал-то сейчас. О, это что такое было? Как ты, блядь, сам себе еще по еблу не дал с такими замахами, слышишь? Опс, опс. Понеслась, понеслась. Сука, рука как у гориллы, бля. Мне кажется, то, что он рычит, это означает, что он готов магию. Магией пользоваться, сука. Суканавт, блядь. Сосал бы ты, блядь. Блядь, пидорас. Я думаю, тебе надо пропсиховаться, чувак, срочно. Нормально. Будем считать, что успешно избежал прыжка на голову. Пиздец. Как меня заебала эта магия у него, блядь. Пидорас ебаный. Чё ж он, блядь, другую-то не делает? Ну, в общем, методика этого убийства, блядь, ясна. Осталось только разобраться, как от магии уворачиваться от ебаной. Остальное все... проза и поэзия, бля. Ну. Да-да, ломай меня полностью. Да, блядь. Сука, пидор. Можно было и увернуться. Блять, камни эти ссаные, разломай их нахер, а? По-братски, бля, они мешаются. О, то справа тоже, ёбни. О,
сейчас, походу, нет. На тебе, сука, по колбаскам, блядь, с двух рук. О! Это мне нравится, что ты психуешь. Я попсиховал, теперь ты давай. А, еще, блядь, разанчик, а, хорошо. О, третий раз подряд, что-то я, блядь, нашел волшебную кнопку. Я выиграл волшебный билет. Я выиграл волшебный билет. Да, блядь, что ж такое-то? Я ж заблочил. Сука. Блядь, как... Кувырок заебательски сработал сейчас. Просто заебательски. Я не нажимал, а он сработал. От бога вообще. Давай, давай, давай. Поработай, попсихуй. Все хуево, у тебя ничего не получается, психуй, психуй. Сразу легче станет, давай. Блять, ты меня не расстраивай, нахуй. Блять, только не эта хуйня, ты заебал меня своим дождем, пидрила, блять, сука. Что ж, попробуем теперь с поносной скоростью против него. Посмотрим, что это даст. А вдруг получится? Мне кажется, они достаточно быстро просто, чтобы его уделывать. Да. Ложовое начало, ничего не скажешь. Благо, что эти промахи ничего не стоят. В смысле, я за них не опиздюливаюсь. Пока что. Но кольцо Кларанти, блядь, снимать что-то вообще не хочется. Чтоб хавиловское надеть, чтоб, блядь, и тяжелая броня, и кувырки, да нахуй, лучше выносливость. Броня тут, по-моему, вообще ничего не значит. Если я дохну, то дохну от магии. Броню от магии, блядь, от Ионы пока не придумали, я так понимаю. Может, только шмотки Арториаса, так где их возьмешь? Или они, по-моему, выпали? А, нет. Вроде не выпадали. Что, манусай, давай что-нибудь. Молоти. Вот, сука. Ай, прям в сорокотан. Блять, вот это вот хуёво. Прыжки, после которых цель теряется. Что-то вот они мне вообще не нравятся. Да, наши в атаку идут. О! Блять, я лох. Сука, блять, удар не посчитал, что ли. Ну я же, блять, закрылся, ты заебал. Ты заебал, сука, правила нарушать уже. Судья продажная, где дисквалификация этого пидормота? Заметили, что половина сейчас по мне не попала из ионных херовин этих? О! Блять! Ну я же подбежал! Сука, бля, гандон штопанный! Сука, это уже чемпионские раунды начались, даже по старым боксерским правилам. Я хочу сказать, что уже 20-й раз сюда, наверное, пришел, если не 30, не 30-й. По-разному было, когда в начале погибал, когда... Удавалось повозиться минут 4, минут 5, и все равно неизменно дох. В итоге с Маусом дерусь уже где-то, наверное, час чисто боев с Маусом. Блять, я назову это видео час Мануса. Сука. Не, короче, его можно чисто пока контакт физический, его можно бить вообще спокойно. Главное надеть щит с нормальной стабильностью и непробиваемой, и все, он уже ничего не может сделать. Главная опасность — это не провафлить его сучью вот эту вот херню и его сраную магию ваншотную, блять. Вот я постоянно засыпаюсь на магии, то есть половину жизни я ему сношу вообще в легкую, не напрягаясь. Но потом, когда он начинает пулять магией, да, непредсказуемо, то есть он, видно, начинает светиться, но ты не знаешь, что он сделает. Выпустит дождь,
либо тени, либо, сука, струю свою, вот эту малафину. Вот это вот самое опасное, что не, вот, не узнать заранее, то есть, что он будет делать. Тем более, что его запуск магии очень похож на просто на вот это бешенство, когда он вскрикивает, сука, как попал, блядь. Ну, давай что-нибудь. Вот, во, понеслось. Что это, дождь? Вот, а дождь тоже рандомный. Может все попасть, может ничего не попасть. Как он работает, хер просышь. Мне кажется, уже просто игра автоуровнем сложности ослабила Мануса. Поняла, что иначе я его просто вообще никогда, наверное, не убью. Можно, конечно, на бой тут где-то призывать фантомов наверняка там у входа и... Но так будет что-то беспонтово. Соллер не должен забирать половину славы, сука. А, нормалек. Главное, что он спокойно дает лечиться Манусу. Вот после удара вот рукой он замирает и ждет либо пропиздон ответный, либо что ты хилок наглотаешь. Сука, сейчас он меня походу замесит. Залечусь, я стану очередной жертвой медицины. Ну и прыжок тоже странный, кстати. Иногда он прыгает на голову и наносит урон, но иногда в щит попадает. Что, 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 что? Опять дождь. О, бля, волосиночка, сука, тоненькая, бля. Отлично. Отличный. Тайм-аут, тайм-аут. Все, пятый раунд, вперед. Панч, панч. Ап, сука. Вот это опасная херня тоже. Но, видите, тут как бы от нее вблизи трудно вернуться. На расстоянии увернуться от нее легко, но это не факт, что он струю мочканет. Когда вы будете от него далеко, он вполне может фантомов выпустить. И тогда вы не успеете к нему добежать, и он ваншотит. Вот это халявушка. Давай, сука, только не промахнись. Давай еще. Ай, ну, опасный момент. Глазам своим не верю, что наконец-то он сдох. Это было где-то, наверное, попыток 30, блять, чтобы его убить. Я уже просто перестал стал удалять неудачные записи. Хуль ты нуешь, мразь, бля. И чё с ней не так? Может, ее замочить надо нахер, а? Мне кажется, что я зря это сделал. Да какая в жопу разница, я манал этот. Я тут делал сишку, я всех тут видал, крутил, шатал. Ненавижу вас всех. Жители Алачиля, пошли вы в задницу. Сдохло это пламя зари, и туда и дорога. Заманило меня в какое-то говно. О. Так, что там надо? Сопротивляемость, наверное, будут прокачивать маналы. Ну-ка посмотрим, священный сад. Что там скажет эта грибная фея на то, что я убил эту дуру. Сейчас на меня, наверное, гриб нападет, смотрите. Блять, не та локация. Святилище, Алачиля, конечно, святилище надо. Говнилище тут, а не святилище. О! А чё это, она сдохла, что ли? Она и была этой бабой, что ли? Грипп Элизабет. Чё-то я нихера не понимаю. Где-то по миру теперь бегает, скачет на одной ножке безумный грипп Элизабет. Все, короче, нахрен, конец серии, наконец-то. Аллилуйя, победа, все, всем всего, пишите, жмите.